Всем привет! Друзья, сезон яблок сейчас в самом разгаре, и поэтому сегодня я хочу приготовить сочные, очень вкусные, простые и быстрые в приготовлении драники из яблок. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала яблоки нужно очистить от кожуры и удалить семечки. Подготовленные яблоки натираю на крупной терке. К натертым яблокам добавляю ванильный сахар, яйцо, сахар и все перемешиваю. Сюда же добавляю разрыхлитель, муку и снова все перемешиваю. Вот такое должно у вас получиться тесто для драников. Количество муки зависит от сорта яблок. Если у вас яблоки будут слишком сочными, добавьте еще немножко муки. В сковороду я налила небольшое количество растительного масла. Масло у меня уже разогрелось. И теперь в сковородку выкладываю по 1 столовой ложке яблочной массы. Драники буду обжаривать на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Драники у меня уже подрумянились с двух сторон. Готовые драники я выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким образом я обжарю все остальные драники. Драники из яблок готовы! Вот такая получается румяная вкусняшка. Драники по этому рецепту получаются мягкими, нежными, сочными и очень вкусными. Такие драники понравятся и взрослым, и детям. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления драников, и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!